Порядки хуже, чем жили предки. Молча ходить на блядки, тупо жевать объедки. По когнитивным картам помнить свои границы. Где-то совсем за МКАДом, сотнях верст от столицы, в тысячах километров от падежей и судеб, толком без документов. Это скоро наступит, мы в этом деле профи, где-то в еловых лапах трахаться с группой крови или дрочить под лайбах.